О святых в земле Марийской просиявших. В Йошкар-Олинской и Марийской епархии выпущена в свет книга «Новомученики земли Марийской», посвященная священнослужителям нашего края, репрессированным и принявшим мученическую смерть в первой половине 20 века. В издании представлены жизнеописания и фотографии причисленных к лику святых епископа Леонида Антощенко, протоиереев Адриана Троицкого, Николая Рюрикова, Сергия Стрельникова, иереев Михаила Березина и Анатолия Ивановского. Жизнь и подвижническая работа каждого из них были непосредственно связаны с историей Марийского края. Кроме самих жизнеописаний, в книге представлены копии ряда документов из следственных дел, из архивных фондов, с которыми нам удалось познакомиться. Представлен ряд фотографий. Фотографий, к сожалению, не так много сохранилось. Следственные дела в отношении всех репрессированных хранятся в архиве регионального управления Федеральной службы безопасности. Вот. Но по представлению высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского, эти дела для нас были открыты для изучения, но, естественно, тоже с некоторыми условиями и оговорками, но, тем не менее, наше управление ФСБ пошло нам навстречу, и за это мы им очень благодарны. Особый интерес представляет тюремный дневник священномученика Анатолия Ивановского, чудом сохранившийся до наших дней. Стоит отметить, что издание рассчитано на широкий круг читателей. Эта книга будет интересна любому человеку, интересующемуся историей Марийского края, интересующейся историей судеб людей, которые жили здесь, в Марийском крае. Жизнь наших новомучеников – это отражение жизни всей нашей страны и русской церкви рубежа 19-20 веков, ну и, конечно, первых двух десятилетий существования советской власти. Вот здесь отражены и личные какие-то взаимоотношения новомучеников с прихожанами своими, сослужителями своими. Взаимоотношения очень непростые с властью, ну, которые в конце концов привели к тому, что наши новомученики пострадали за Христа. Вот здесь, конечно, есть отражение церковной жизни тех лет, непростой ситуации внутри самой церкви. Отмечу, что книга «Новомученики земли Марийской», работа над которой велась в течение 10 лет, является первым подобным изданием, выпущенным в Йошкар-Олинской и Марийской епархии. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.